Начало нового торгового месяца. Давайте ознакомимся со статистикой цен Межбанка сегодня. С вами Шидат Маклафлин в выпуске «Спред-контроллера». Средние спреды курса евро-доллар составили 0,3 пункта в трех таймфреймах, максимальный 2,4 пункта. Волатильность 64 пункта была зафиксирована во время роста курса, но затем пара упала с отметки 1,2635. Спреды были расширенными вчера в два дня по Гринвичу во время оглашения индекса потребительской уверенности США, но максимальный приемлемый составил 2,4 пункта. Средний дневной и четырехчасовой спреды курса фунт-доллар превысили 1 пункт. Максимальный составил 7,4 пункта за последние 4 часа. Тренд изменялся несколько раз по этому курсу, и наибольшим движением стало падение на 0,43% или 69 пунктов. Оглашение PMI Британии сегодня в 8:30 утра совпало со временем максимальных спредов. Они расширились во время падения курса, и максимальный приемлемый составил 7,4 пункта. Средние дневные максимальные спреды курса доллар-иена составили 0,3, 2 и 2 пункта соответственно. Волатильность 110 пунктов была зафиксирована впервые с 2008 года во время роста курса на 0,55% или 60 пунктов. Затем курс скорректировался. Спреды оставались волатильными в два дня по Гринвичу вчера во время оглашения индекса потребительской уверенности США, но максимальный приемлемый составил 2,2 пункта. На этом завершается выпуск спред-контроллера среды. Если вы сомневаетесь в своих сделках, следите за нашими обновлениями.